Блокировка отключена. Thank you.
Сразись, трусишка! Попали под огонь! Нужна помощь! Thank you.
Максимум защиты. Подкрепление!
Критическая угроза. Все на стадионе. Создает помехи, я попробую исправить. Слышишь, пророк? Я не вижу врага. Вижу
только движение в траве. Занял надежную позицию на утесе, но его все отдело времени. Понял. Двигаюсь к тебе, чтобы ослабить давление. Критическая угроза. Все нацепы в секторах. Два дельта с первого пункта. Поиграем, мерзавцы! Мне нужна минута, чтобы продумать отход. Командир Ромео, Ромео-1. Путь отхода Браво неприемлем. Ликвидации. Нет альтернативы? Ты кто такой? Нет. Я не буду с тобой разговаривать. Отни! Отдавите твое. Нет. Мне нужна Клэр. Продолжай. Импровизировать? Какого хрена импровизировать? Где твой план Б? Окей. Здесь туннель. Думаю, он выведет нас на брод. Точно, солнышко? Стопудово? Всему персоналу в секторе 2, дельта 3 немедленно эвакуировать. Команды очистили. Чёрт, стал вызывать вертолёты с напалмом.
это просто очешуительно. Типичный прогон от центра. Не могу открыть этот туннель. Да? Ну так я, блин, могу. Давай! Подтолкни-ка! Не знаю, как тебе, а по мне это грёбаный беспредел. Дерьмо. Дорогуша, твой солдат номер один на связи. Открой коридор на укрытие. Расчетное время 10 минут. Ромео-1, это командир Ромео. Поддерживайте радиопротокол. Теперь верните эту железяку домой. Прием. Идем. Ну и баран. Слушай, она ничего, если ее получше узнать. Просто не упоминая о видениях. Ладно? Псих! Почему она зовет меня железякой? Внимание! Пока Сел контролирует энергию, Сел контролирует нас. Порабощает нас. Сердце Сел находится в энергетическом нексусе Цукермана около станции Брод-стрит. Они называют его «Система X». Этот осколок технологии ЦЭФов заключен в едином комплексе по сбору энергии в нескольких сотнях метров под землей. Это самый охраняемый объект военно-промышленного комплекса. Если у СЭЛ есть ахиллесова пята, она здесь. Мы понесли тяжелые потери за последние несколько месяцев. И мне пришлось взять оперативное командование на себя. Нас прижали к стене. СЭЛ дышит нам в спину. Сейчас или никогда. Мы уничтожим СЭЛ сегодня или погибнем. Добро пожаловать в наше скромное пристанище.
Сел всегда висит у нас на хвосте. Нам приходится кочевать. Ну, ты понял суть. Черт. Всем частям. Корпусы заминированы. Отходите к зеленой линии. Не останавливайся. Привет, Дракуш, я вернулся. Подожди, Майкл, я скоро. Добро пожаловать домой. Сел, долбят нас цифровой артиллерией. Наша сеть сыплется. Верни нас в онлайн, живо! Черт! Пэп! Рефлекторы для искажения сигнала. Мне насрать! Верните нас в онлайн! Клэр! Боже, Майкл, ну и денек. Мы потеряли хороших бойцов. Я пыталась связаться с Дэйном, когда... Что за... О, нет! Нет, нет! Клэр! Это Пророк, выслушай меня! Взгляни на модификации, Майкл! Это Цеф? Или Цел? Это вообще человек? Мы что, жертвовали людьми ради этого мутанта? Смотрите! Это не просто костюм, Майкл! Клэр! Клэр! Мы здесь уже 5 месяцев. И в этих асимметричных боевых действиях у нас все меньше успехов. Предполагалось, что это будет нашей Нормандией. Увы, вот они мы, прячемся. Мы ударяем то тут, то там, но не можем захватить инициативу. Нам нужен тот, кто изменит расстановку сил. Майор Лоуренс Барнс. Пророк. Карл Эрнст Раш. К вашим услугам. Раш, я помню вас. Замри, пожалуйста. Комбинированная ДНК. Человек. Цеф. Искусственная форма жизни. Невероятно. Ты у меня не читаешься. Да, да ладно тебе, чего ты ждал, Лоуренс? Я создал этот костюм, мой дорогой, естественно, он не может прочесть меня. Клэр права насчет риска. Силы много, но она нестабильна и своенравна, капризна. Майкл посвятил тебя в наши планы? Я проинструктирую его перед выходом, сэр. Это превосходно, босс. Мы покалечим Сэл навсегда. Ситуация куда хуже, чем можно себе представить. У меня видения, обрывки... Нам нужно переместить бой в Сел, отключить энергетический Нексус и со всем этим покончить. Ибо то, что они делают, погубит всю жизнь на планете. Помните это. Знаешь, ты говоришь как пророк. Это намеренно? Очень соответствует. А теперь пойдем спасать наш вид. Ладно? Хорошо, выдвигаемся. Будь осторожен. Буду, ты же знаешь. Идем. Эй, я же просил тебя не говорить про видение. Сюда. Ну хотя бы про нас с ней промолчал. Ромео, возьми. Тебе микрофон дальше. Вот она. Фултоновская ГЭС. 500 мегаватт, напрямую питающих высотную систему обороны СЭЛ. СЭЛ распределяет свои силы по подстанциям. Что с этим делать, сам
И есть еще энергетический Nexus Cell. Система X. Вырубим дамбу, и ключевая оборона Cell накроется. Они не могут переключить питание системы X? В другой сетке. Объясни, зачем им дамба, если у них в системе X бесконечный источник энергии? Избыток? Или что-то в системе X их пугает? Слушай, псих, ты хорошо знаешь этих людей? Им можно доверять? Почему она так истерит по поводу моего костюма? Она ненавидит костюмы. Не знаю почему. Все, что я знаю, это то, что ее команда вытащила меня из лаборатории. Она спасла мне жизнь. Лестница заблокирована. Нужно как-то запустить лифт. Помощь нужна? Нет. Отвали. Здесь. Думаю, здесь можно. Я в порядке. Значит, остался только я. Твою так. Ромео-1, это командир Ромео. Я беру на себя управление. Мне нужна прямая связь с монитором нано-костюма. Прием. Принято. Но не дольше, чем необходимо.
Все зависит от вас, засранцы. Действуйте по плану. Прикрывайте друг друга. Вопросы есть? Пошел ты, Гомес. Ладно, пора отправляться туда и наводить порядок.
Веду огонь! Укрытие! Thank you.
Это что такое? Я проверю. Нашел одного из наших. Убит стрелой. У нас тут покойник. Всем осторожнее. Это пост Капля. Пророк в западне. Запрашиваю огневую поддержку. Прием! Дамба Фултона полностью автоматическая, но у нее есть предохранители. Переключи их, и мы отключим питание. Thank you.
огонь! Он убит! Он убит! Трудно сказать! Проверь! Сначала... Ромео-1. Дамба Фултона полностью автоматическая, но у нее есть предохранители. Переключи их, и мы отключим питание. Проверьте периметр!
Ромео-1. Дамба Фултона полностью автоматическая, но у нее есть предохранители. Переключи их, и мы отключим питание.